Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей студии Борис Григорьевич Подшивалов, человек, который, пожалуй, знает больше всех о нашем районе, об его истории и его природных красотах. И наша речь идет о туризме. Ну вот, если говорить о Камчатке, Уссурийском крае, я в свое время в детстве очень много книг читал различных натуралистов как раз об этих местах, и они как раз описывали времена там где-то послевоенные, 70-е годы, вот, то есть это был действительно, он и сейчас остается достаточно диким краем, но тогда-то как бы вот очень интересный момент. Раньше, ну, насколько я знаю, очень жестко контролировали различных браконьеров, и было очень много, скажем так, дикого зверя, там волк, медведь, тигр, опять же. Вот такие ситуации, связанные с крупными хищниками, у вас были там? Ну, например, дело в том, что вот здесь у меня даже есть на фотографии. Вот да, где-то медведь. Медведь у вас, есть, вот где-то он тут у меня. Вот медведь на фотографии. Значит, ну, медведи, естественно, что если говорить это о Камчатке, мы тогда ходили, значит, тогда развивался туризм не только у нас, а во всей стране. Люди ходили туда, значит, постоянно. Значит, ну и прежде всего, что мы встречали на Камчатке, медведь – это постоянный твой спутник. Особенно там, где на нересты, они тут рядом. У нас вот видели фотографии медведя, он ходил у нас, отбирал продукты. Они до того, что это самое, привыкли. Но как бы мы их, они были как бы миролюбивые медведи. В то время, ну, впоследствии говорят, что медведи там стали более хищными. Их начали отстреливать, видимо, и как-то, в общем. Ну, каждый все-таки, как человек, животное, оно понимает отношения. Поэтому мы вот на Камчатке, медведи, мы его почти каждый день видели или через день. Значит, а то в одном месте сразу трех медведей встретили в мокрой тундре там. Вот они шикшу едят, ягода такая красная. Значит, а тундра, представляете, что такое? Березки, кустики маленькие, там она стелется, все, и мокрая тундра. Вот мы сразу трех медведей встретили, значит, на берегу Тихого океана там. Они ближе держатся там, где реки, где океан. Потому что океан много выбрасывает разных там с кораблей, смывает продукты там или бросает что-то, они там проверяют это дело все. Вот во второй части, во втором походе у нас там было более там вот интересно тоже. Медведь там ходил на нерест, там, значит, он брал у нас банку сгущенки, утащил. Потом было, значит, что Григорий Михайлович Некрич, он маленький ростом-то был, но выносливый такой, заведующий гороном ходил. Значит, он был дежурный, ребята к морю убежали, там, к океану, метров 100, наверное, там. А там шум, это эти все чайки, там разные птицы, эти бакланы, они все кричат, вообще не слышно ничего, и прибой морской. Я последний пошел, оглянулся, смотрю, Григорий Михайлович, значит, сидит, значит, она напротив него громадина медведь. Он у него, значит, этот у нас дежурил. Он у него загребает там, и он сидит. Значит, на него пришлось возвращаться, потому что все может быть. А что, без оружия такая громадина, он запросто бы нас раскидал. Я подошел, его, значит, тихонечко так его. В глаза нельзя смотреть зверю. Он начинает это. Он тихоньку раз. И, значит, эти сгущенку захватил с собой и пошел. Отойдет, пососет ее, банку-то продавил, и все. А Григорий Михайлович Никлич отвечал у нас за продукты. За шпрот. Я подошел, говорю, ты что, Григорий Михайлович? Но он возмутился. Ты представляешь, Борис Горьевич, у нас все рассчитано. Это же скотина банку сгущенки утащил. Ну, для вас-то это было критично, потому что пополнить запасы. Вот смех. Ну, негде. Я говорю, ладно, успокойся, ладно, тебя не погладил. Так что были интересные события. Интересно было, что в эту, на реку, где идет на нерест, мы тут остановились дня на два, рыбки поесть, да икры тут все. Но там рыбнадзор, особенно-то не разбежишься. Ну, поешь вдоволь. Но они все равно смотрели за этим. А приехали корреспонденты из Москвы, прилетели там, и в эту, на шумную-то. Ну и там одна девушка-корреспондент, значит, а там речка, через которую медведь-то к нам приходил. Мы ему бросили еще там эти доски старые там, с океана-то намыл бы, чтобы он приходил. Значит,
Она, говорят, медведь тут где-то есть. Я говорю, есть. Он, значит, это самое, а он уже привык, значит, как стукнешь, ударишь ложкой в ведро, значит, он знает, что есть уже готово. Ну и вот он оттуда появляется, она своему, а тогда были камеры-то не такие, большие же снимали-то. Она своему оператору говорит, снимай, снимай. А, видимо, навели этот самый объектив-то, на солнце блеснул на него, на медведь, он и это самое, взревел так. Она растерялась, вот. Ее понесло по речке. Представляете, когда мы ее вытащили, такие глазища были в недрах. Журналистский труд, знаете, тоже весьма опасен. Я ей говорил, я говорю, такую, говорю, такой снимок и такие вещи, говорю, даром-то не делается, дорогая. Вот, например, тоже по Уссурийскому краю мы прошли, значит, я тоже хорошо читал «Дебрях Уссурийского края». Меня заразила эта книга. Ну и потом еще Николай Иванович тоже рассказывал об этом деле. Я думаю, пройти надо, прошли. Но там получилось так, что мы утопили весь материал, попали в аварию. Это по нашей, конечно, неосторожности было. Ну, материалы, фотоматериалов-то и нет. Но мы прошли от бухты Светлой через Уссурийский край. Мы вышли в Бурлит, это ближе к Китаю, тут южнее Хабаровска. Ну, кстати сказать, что мы тигра не видели, нас, может, и видел нас тигр, мы его не видели. Медведи, нам пришлось сразиться с медведем. Мы, когда ходим в поход, мы не убиваем никакую живность, потому что кроме рыбы, рыбу только так. Ну и так вот в опасных случаях, вот как получилось у нас в Уссурийском крае, медведя пришлось как застрелить. Он нападал, он был подранок, а подранки нападают. Ну, без трудностей-то не обходится, конечно. Но время прошло, и кажется, что это было не с тобой, а ты где-то видел это хорошо, хорошо знаешь. Вот. Ну, было много, вот, например, с детьми я водил ребят на Усьву, то есть на Вишеру, через главный Уральский хребет. Мы там, вот ребята 6-й школы, это 76-й год, значит, было у нас поход где-то порядка 20 дней. Там мы на дороге встретили, на тропе встретили медведя с медвежонком. Вы представляете, как ребята, это в 25 метрах медведь громадный, это медвежонок такой, как поросеночек, значит. Но благо, что ветер... Большинство-то даже не подозревает, насколько это опасно, потому что... Ветер-то от них был. Если бы от нас, это было бы хуже. Там как бы небольшой перевал, и вот он копался, там ветер-то от нас. Ну и ребята, значит, это самое, когда увидели, вы представляете, как челюсть отвисла, рядом медведя дикого увидели. Ну а что делать-то? Я уже сказал, посмотрите тихоньку, зайдите за поворот, зашли, а там металлический, говорю, побрякайте ведра, металлического звука боятся. Но она рядом сопровождала нас 100 метров, наверное. Пришлось уж идти, приготовил на всякий случай нож. Если и так нападет на ребят, жизни не будет. Значит, так что... Большое спасибо вам. Борис Григорьевич, я думаю, мы еще не раз с вами встретимся, потому что воспоминаний у вас хватит на 10. А я напоминаю о том, что у нас в гостях был Борис Григорьевич Подшивалов. До новых встреч!